Здравствуйте! Теперь мы по крайней мере знаем, как выглядит для гиперболы и для окружности общее касательное с положительным угловым коэффициентом. Принимая во внимание то, что эта прямая является касательной и к гиперболе, и к окружности, попробуем ограничить значение углового коэффициента этой прямой и ординаты точки пересечения с осью y. Уравнение прямой имеет вид y равен mx плюс b, где m – это угловой коэффициент, а b – ордината точки пересечения прямой с осью y. Давайте подумаем, какие ограничения могут быть у m и b для этой прямой, если известно, что она касательная к окружности. Вы, вероятно, сразу вспомните исчисление и возьметесь находить угловой коэффициент для всей окружности. Но все намного проще. И если прямая касательная, то с окружностью она имеет только одну общую точку. Нам нужно выяснить, в какой точке графики этого уравнения, уравнения касательной, и этого уравнения, уравнения окружности, пересекаются. То же самое мы потом проделаем и с уравнением гиперболы. Итак, y равен mx плюс b. Это уравнение касательное, а уравнение окружности, оно дано в условиях. X в квадрате плюс y в квадрате минус 8x равно 0. Давайте его сюда запишем. X в квадрате плюс y в квадрате минус 8x равно 0. Сейчас мы подставим mx плюс b в уравнение окружности вместо y и посмотрим, какие ограничения будут для m и b. У нас получится одно решение, так как точка пересечения у окружности и касательной одна единственная. Сначала возведем mx плюс b в квадрат, поскольку в уравнении окружности y в квадрате. Итак, y в квадрате равен m в квадрате умножить на x в квадрате плюс 2mbx плюс b в квадрате. Я просто возвела в квадрат уравнение касательное. Теперь это все мы можем подставить в уравнение окружности вместо y в квадрате. Так мы сможем найти x, абсциссу точки пересечения окружности и касательной. Итак, x в квадрате плюс m в квадрате умножить на x в квадрате плюс 2mbx плюс b в квадрате минус 8x равно 0. Вместо первых двух слагаемых мы можем записать m в квадрате плюс 1 умножить на x в квадрате. Далее идут члены с x. Вот один, а вот второй. Выносим x за скобки. Плюс 2mb минус 8 умножить на x. И остался всего один член, b в квадрате, это константа, плюс b в квадрате. И все это равно 0. Если бы мы знали, чему равно m и b, если бы мы знали уравнение прямой, то мы могли бы по формуле корней квадратного уравнения вычислить значение абсциссы точки пересечения окружности и касательной. Мы знаем, что точка касания одна, следовательно, решение у этого уравнения должно быть одно. По формуле корней x равен минус b плюс минус корень квадратный из b в квадрате минус 4ac, и все это делится на 2a. Не путаем это b с этим b. В формуле b это всего лишь коэффициент перед x. И квадратное уравнение имеет одно решение только в том случае, если выражение под знаком корня, дискриминант, равно 0. Отнимаем мы 0 или прибавляем 0, значение никак от этого не меняется. Значит, если дискриминант будет равен 0, то уравнение будет иметь одно решение. Если прямая является касательной, то она с окружностью будет иметь только одну общую точку. Другими словами, это уравнение будет иметь только одно решение. Если мы проведем какую-то другую прямую, не касательную, например, такую, то она пересекает окружность в двух точках. Уравнение будет иметь два решения – корни. Значение дискриминанта в данном случае будет положительным. Или же, если прямая будет выглядеть так, то она вообще не будет пересекать окружность. В таком случае уравнение не будет иметь ни одного решения. А это означает, что дискриминант выражения b в квадрате минус 4ac имеет отрицательное значение. Мы точно знаем, что эта прямая является касательной к окружности. Следовательно, это уравнение имеет одно решение, один корень. Дискриминант в этом случае равен 0. Давайте запишем, чему равен дискриминант в этом уравнении. Дискриминант равен b в квадрате. В уравнении это b. Опять-таки напоминаю, что мы не путаем b, коэффициент перед x, с b, ординатой точки пересечения касательной с осью y. Итак, возводим выражение перед x в квадрат. Сейчас мы запишем, чему равен дискриминант в этом уравнении, а потом приравняем получившееся выражение к нулю. Итак,
Дискриминант равен 2mb минус 8 в квадрате. Далее идет минус 4 умножить на а, которое равно m в квадрате плюс 1. И умножить на c, которое равно b в квадрате. И все это должно равняться нулю, если прямая на самом деле является касательной. Посмотрим, можно ли из этого равенства как-то выразить b через m. Возведем в квадрат этот двучлен. Вместо него мы записываем 4m в квадрате b в квадрате минус 2 умножить на 8 это 16, 16 умножить на 2 это 32, минус 32mb. Мы всего лишь раскладываем квадрат двучлена по формуле сокращенного умножения. И плюс 64. Это мы записали этот квадрат двучлена. Дальше мы раскрываем скобки. Минус 4m в квадрате b в квадрате минус 4b в квадрате. И все это равно нулю. К счастью для нас, некоторые из этих слагаемых в сумме дают 0. Это 4m в квадрате b в квадрате и минус 4m в квадрате b в квадрате. И давайте разделим обе части равенства на 4. В итоге мы получим минус 8mb плюс, мы делим все на 4, 16, и минус b в квадрате. И все это равно нулю. Теперь мы можем выразить b через m, используя опять-таки формулу корней квадратного уравнения. Мы сможем выразить ординату точки пересечения касательной с осью y через угловой коэффициент этой касательной. Потом то же самое мы проделаем и с гиперболой. Тогда мы сможем сказать, что поскольку прямая одна и та же, то координаты точки пересечения с осью y равны. А значит, мы с легкостью сможем вычислить значение углового коэффициента касательной. Но все это мы сделаем позже. А пока давайте запишем, чему равно b из этого уравнения. Но перед тем, как это сделать, умножим обе части равенства на минус единицу и немного поменяем порядок слагаемых. Это будет b в квадрате плюс 8mb минус 16 равно нулю. Мы всего лишь умножили обе части равенства на минус единицу и поменяли порядок. Теперь запишем, чему равно b. По формуле корней квадратного уравнения b равно минус 8m плюс или минус корень квадратный из этого коэффициента в квадрате. То есть 8 в квадрате умножить на m в квадрате. Минус 4 умножить на a, которое равно единице. И умножить на c, которое равно минус 16. Значит, это будет плюс 4 умножить на 16. И все это делится на 2a, то есть на 2, так как a равно единице. Упростим немного это выражение. Это равно минус 8m плюс или минус корень квадратный. Это 64 и это 64. Значит, мы можем вынести 64 за скобки. И если мы извлечем корень квадратный из 64, то это будет 8. Значит, плюс или минус 8 умножить на корень квадратный из m в квадрате плюс 1. И все это, конечно же, делится на 2. Разделим на 2 числитель и знаменатель. И это будет минус 4m плюс или минус 4 умножить на корень квадратный из m в квадрате плюс 1. Вот мы и записали возможные значения ординаты точки пересечения касательной с осью y. Теперь давайте немного подумаем. На рисунке мы провели прямую с положительным коэффициентом, которая является касательной к окружности и гиперболе. Обратите внимание, ордината точки пересечения касательной с осью y будет положительной. Значит, нам нужно, чтобы это выражение также было положительным. Угловой коэффициент положительный. По условию задачи он просто должен быть таковым. Следовательно, если m положительное, то полностью этот член будет отрицательным. А значит, единственный вариант, чтобы b было положительным, это прибавить 4 корня из m в квадрате плюс 1. Корень квадратный из m в квадрате плюс 1 больше m. Соответственно, и 4 корня квадратных из m в квадрате плюс 1 больше 4m. Значит, если мы прибавим это значение, то получим положительное число. Таким образом, нас интересует только то b, которое равно минус 4m плюс 4 корня квадратных из m в квадрате плюс 1. На этом пока все. Продолжим на следующем уроке. Мы проделаем то же самое, только в этот раз это будет уравнение гиперболы, а не окружности. Так как прямая является касательной и гиперболе, то решение также будет только одно. Дискриминант также будет равен нулю. В итоге мы получим выражение b равно какой-то функции от m. И поскольку это одна и та же прямая и ордината точки пересечения касательной с осью y одна и та же, мы сможем приравнять правые части этих двух равенств и найти m.
Потом, вычислив m, мы сможем вычислить и b. А зная m и b, мы сможем записать уравнение нашей касательной. До скорой встречи!